Огромный привет моим подписчикам, тем, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мое видео будет о заказе в интернет-магазине натуральной косметики Дева. И все ссылочки на продукты, которые я заказывала, на сам интернет-магазин, я оставлю внизу. Что хотелось бы сразу отметить, магазин специализируется на натуральных брендах, на органических брендах, которые следят именно за натуральностью ингредиентов, идет тщательный отбор, и актуально будет, наверное, для людей, кто хочет качественную натурально-органическую косметику. При этом есть как отечественные бренды, так и марокканская косметика. Напомню тем, кто давно у меня на канале и вновь прибывшим, что я уже делала также заказ и снимала обзор, поэтому прикреплю ссылку вам сверху на этот обзор. Если вам интересно узнать, что в этот раз я заказала, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Прежде всего, по старой доброй памяти, я хотела бы начать с марки Клеона, потому что именно с первого своего заказа в интернет-магазине Дева я познакомилась с этой маркой. Это натуральная органическая марка, косметика ручной работы. Реально, эта марка меня настолько вот заинтересовала, поэтому я всегда с радостью их продукты беру, тестирую. И, в общем-то, в этот раз у меня был кедровый скраб для тела, разогревающий и укрепляющий. Он содержит кедровое масло, скорлупу кедрового ореха, подходит для любого типа кожи. Он, по заверениям марки, эффективно очищает, разогревает кожу, активизирует микроциркуляцию крови и лимфы, снимает мышечное напряжение, оказывает антисептическое, бактерицидное, дезодорирующее действие, придает коже упругость, возвращает здоровый вид. Сам скраб очень сухой и концентрированный, то есть такой вот... Кстати, отметить хочу, очень хорошо все запаковано, здесь всегда защитная фольга. Это обязательные условия, очень хорошо упакованные продукты, мне это очень нравится. Не все органические марки российские, бюджетные, хорошо упаковывают продукты, это минус, здесь такого нет, то есть все очень добротно упаковано. Что касается скраба, он очень-очень-очень такой... скажем так, не жидкий, то есть там нет такого, что на столовую ложку скраба там 3 крупинки, то есть он очень такой ядерный, при этом он не царапает кожу, и он дает просто вот обалденное ощущение, вот этой очищенной от шлифованной кожи. Мне очень он понравился, я не скажу, что он как-то разогревает кожу, а естественно, да, если вы хорошо скрабируете кожу, она у вас становится такая румяненькая и становится очень теплая, да, но в любом случае скраб очень-очень классный, то есть он очень хорошо полирует кожу, очень хорошо очищает агровевший слой, очень хорошо помол вот этого вот ореха, он достаточно мелкий, и позволяет не травмировать кожу, но при этом очень хорошо отшелушивать, мне он очень понравился. Следующий продукт также от Клеона, это турецкое масло с карамелью для пенного массажа. Скажу сразу, что продукт очень интересный, то есть... Вот даже по моему бруску я его еще не активно использовала, но видно, что он очень-очень пенное. Действительно, и мыться им, в общем-то, очень приятно, потому что у него потрясающий такой ненавязчивый запах специй, во-первых. Во-вторых, он действительно очень хорошо пенится. И, в общем-то, пенный массаж я себе особо не делала, но, естественно, я наносила пену вот так вот. Старалась что-то изобразить в виде какого-то пенного массажа. Мне, в общем-то, понравилось. Я думаю, что если бы мне кто-то делал все-таки массаж, мне, естественно, понравилось бы больше. Но само по себе, как именно мыло, оно очень хорошо прочищает и очищает кожу. Очень приятное. Хорошо именно, благоприятно влияет на кожу. То есть кожа очень-очень хорошо очищено, это прям чувствуется, как будто вот поры на всем теле задышали. Мне это мыло очень понравилось, поэтому советую взять, попробовать. Даже если вы не будете что-то там в районе массажа делать или что-то в этом роде, просто само по себе даже как мыло мне очень понравилось, поэтому советую. Следующий продукт от марки Монастырский сбор, но при этом, как я поняла, это тоже относится к марке Клеона. Это растительная маска для кожи головы и волос, против выпадения волос и для ускорения роста волос. То есть этот продукт вы наносите перед мытьем головы, вы утепляетесь, минут 40 ходите, потом смываете и, в общем-то, дальше делаете все ваши обычные процедуры, то есть шампунь, бальзам и так далее. Маска интересная, она не щиплет, она никак не разогревает кожу,
При этом она очень хорошо питает волосы. Я думаю, что это актуально именно после зимы. Для восстановления волос, для того, чтобы кожа головы как-то напиталась какими-то полезными элементами, маслами. То есть, с этой точки зрения, очень хорошая маска, очень достойная альтернатива другим каким-то вариантам ухода за волосами. Весной, когда кожа головы страдает, когда волосы страдают, когда весь организм ослаблен. Что касается выпадения волос, ускорения роста волос, в общем-то, я каких-то подвижек в этом плане не заметила, потому что в этот раз у меня почему-то по весне не лезут пачками волосы, а я, в общем-то, когда заказывала, я не то чтобы надеялась, но я ожидала этого. В этот раз у меня такого нет, слава богу. И поэтому, в общем-то, я не смогла проверить именно насчет того, что борется она с выпадением или нет. Волосы действительно становятся более напитанные, более увлажненные, а кожа головы намного более комфортна. То есть я постоянно сушу свои волосы, естественно, у меня достаточно раздраженная кожа головы от термических воздействий всевозможных. Вот, эта маска очень-очень помогает, она дарит комфорт моей кожи головы. Вот, маску, в общем-то, тоже совет. Следующие два продукта, это, как ни странно, не косметика, это чаи. Один из них это «Тихий вечер» с лавандой, черносливом, черный чай. А второй это «Рождественский дар» с мандарином и корицей. А что касается мандарина и корицы, мне очень подруге он понравился. Действительно, это очень такой натуральный чай с натуральной корицей, с натуральными корочками мандарина. Обалденный, дарит такое зимнее настроение. А мне он меньше понравился, нежели вот этот вот с лавандой черносливом. Мне он нравится именно как действительно такое средство, когда вы какая-то перевозбужденная, какая-то усталость на работе, какие-то проблемы дневные. Вам хочется быстро уснуть, но не получается. Вот как раз в эти моменты ко мне приходит, скажем так, на помощь этот чай. Я себе завариваю, и мне действительно становится очень-очень хорошо, и я очень быстро засыпаю. Не знаю, может быть, это у меня самовнушение, потому что он с лавандой, мне кажется, он должен меня успокаивать. Но на самом деле очень вкусный, необычный. Мне понравилось то, что оба чая, они очень качественные, натуральные, с натуральными травами. Нет каких-то искусственных ароматизаторов, добавок и всего остального. Классный чай в классном оформлении, допустим, вот этот вот. Просто когда я заказывала, такого чая уже не было в большой банке. Поэтому чаи я советую. Очень мне они понравились. Подарок моему заказу у меня шел бальзам пихтовый, согревающий для суставов, связок, мышц при простуде и синдроме холодных ног. Как ни странно, несмотря на то, что я мучаюсь проблемой, что у меня мерзнут ноги, я ни разу не попробовала этот продукт пока, но как только будет возможность, у меня действительно будет очень сильно ломить тело или что-то болеть будет, я действительно попробую и обязательно вам расскажу. Но сам факт приятно, что сотрудники магазина позаботились, положили такой небольшой подарок, действительно нужный подарок, и за что им огромное-огромное спасибо. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно напишите мне в комментариях, пробовали ли вы марку Клеона, обращались ли вы в этот интернет-магазин, как вы вообще относитесь к натуральной органической косметике, как вы относитесь к российским брендам. И все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока!